В этом году выпускник школы номер 12 имени Валерия Чкалова Михаил Таргашин сумел в немалой степени всех удивить. На ЕГЭ по географии он получил 100 баллов. По предмету далеко не самому легкому он оказался единственным на весь округ 100-бальником. Даже статистика последних лет подтверждает, тех, кто набирает 100 баллов именно по этому предмету, по географии, в сравнении с другими дисциплинами, существенно меньше. Мы встретились с Михаилом после очередного ЕГЭ, который он сдавал в Челковской гимназии. Я выучил все варианты заданий сложных, которые есть. Вот, а остальные задания там... Для каких-то заданий нужно знать какую-то просто информацию. Например, про города-миллионники или про эры геологической истории Земли. А где-то понадобились общие знания. Вот, но я последний месяц занимался прямо упорно. Выбор сдавать ЕГЭ по географии не случайен. В немалой степени на это повлияла старшая сестра. Михаил рассказывает, что она всегда была увлечена географией. Сейчас учится в Московском государственном университете на эколога. Он тоже намерен туда поступать, хотя более точный и предметно о будущей профессии еще размышляет. Если связаны с географией, то тут сложно. Потому что если это географический факультет, то там есть много разных направлений, несколько кафедр. И я не знаю еще, какую выбрать. То есть там можно пойти в какие-то более прикладные специальности, связанные с физикой. Там есть геодезия, есть картография, метеорология, вот, есть экология. Выпускник надеется, что удача на экзамене по географии будет сопровождать его и при поступлении в ВУЗ. Хотя даже достигнутый успех он не считает чем-то выдающимся. У нас в классе 300-бальника. Еще одна девочка по русскому, и парень написал информатику на 100 баллов. Вот, и 100 баллов — это не какая-то прям заоблачная цель. Я считаю, почти все могут сдать на 100 баллов. А еще Михаил Таргашин с улыбкой говорит, что ему надо держать марку перед своими близкими. Можно сказать, у него за спиной мощнейшая группа поддержки. Он из большой семьи. Кроме старшей сестры, еще есть 3 младшие. Зато всегда весело дома. После сдачи экзаменов у Михаила Таргашина отличное настроение. И если он считает, что ему на ЕГЭ улыбнулась удача, то у этой удачи уже есть весьма основательное объяснение. Трудно – это от слова «труд». Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.